Ой, там даже это люди сидят. Это какой-то туристический, что ли, получается? Ну да. Туристы ездят. Сотом тут ездит, возит. Я читала где-то, что в Пенсильвании паровозик будет. А, смотри, колокола. Это какое-то место историческое, значит. Визитор-центр. Не хочешь прокатиться? Мне казалось, что эта лестница длиннее просто. Вот здесь, видимо, недавно разгребли, потому что на Google картах он слегка был землей присыпан. Гараж. Тут королевская лестница есть. Деревья были какие здесь мощные. Да, вот смотри, пеньки какие большие. Там кладбище. Что-что? Давай вокруг обойдем. А почему вот это вот? Из-за подвала? Светку делать.
Так, нам обратно надо идти там, потому что обрыв. Где трещина? Ну вот, а, кирпич. Видишь, подмазывали уже, он свежий. Все равно. Интересно, почему он так? И именно вот в этой части, да? Ну, не только в этой. Вот он. Вон трещина пошла. Вот эта часть. Да, вон трещина видно. Дверь будет открыта. Так, это получается, как заходишь сюда, комната, наверх лестница и налево комната. Ну вот это уже все видно. Это типа кухня или что-то такое здесь было. Эту стену надо все разбирать, переделать. Потому что даже эти вертикальные полки все. И туда все заняло. Там было. И то у нас тут сейчас. Может, даже рухнули. Это что вот это за стены? Это все уже. Я сейчас вот пни вот это все, он туда вывалится. Угу. Интересно, от чего она такая? Ну что, он светится все насквозь. Угу. Кирпичная кладка все. Потрескалась. Это на улицу, которая дверь заколоченная. Ну, с той стороны я имею в виду. Володь, ты где? Ничего не видно. Здесь ступеньки, по-моему, да, есть? Включай фонарик, когда будешь на уши. Это гараж. Привет, с первого этажа там. Его сильно очень залило. Залило? Пена вот свежая, а это вот подтеки, здесь все текло, вода шла. Вот
той стороне фундамент лопнется. Нас тут не завалит? Вот этого я. Да. Тут уже работы очень много. Санки, смотри, какие сильные. Ну-ка, посвети-ка сюда вот. Модные. Раритет. Вот туда еще какая-то комната идет. Везде течет вода. Видишь, все сюда в подвал стекает. А откуда она течет? Сверху или это воды? Он же земли. Нет, сверху течет. Здесь дренажная система не оборудована. Потому что здесь будет эти доски. Это вокруг. Дальше. А вон он. Вот так вот. Ну ладно, идем глянем на второй этаж, раз приехали. Интересно, вот это для чего, Володь? Вот это. Для красоты? Свечки, может, иконки какие-то стоят. Сейчас, погоди. Не провалимся? Здесь везде заливает вода. Из-за этого пошел фундамент. Оттуда течет сверху, да? Ну, да, здесь же уклон. Здесь нету дренажной системы, наверное, как и вот воды там. Да. А тут еще это куда? На крышу, да? А вот эта труба, это вентиляция или что это? Это вытяжка. Тут душ был. Вот он. О, какая тут парилка. На чердаке всегда так. Фух. Пол хороший, да, здесь ровный. Тут, походу, грибок был очень сильный, что они все собрали нафиг. Пол-то да, пол во многих комнатах можно было восстановить. Вот, видишь, туалет стоял, там ванна стоял, походу. А, нет, вот душевая кабинка была. Вот, туалет, вон оттуда заход был. Там умывальник был. Вот здесь, вон вода. И там умывальник был, вон свет. Туалет для второго этажа. Там клазик был. Вот еще один клазик был. Клазика. Это здесь стена была и оттуда. Нет, это не от этой клазик. Окна древние. Окна древние. Ну, это не самое большое. Ну, окна-то менять надо тогда. Нет,
Вот такие свечечки ставят на каждом окне почему-то здесь. Не знаю для чего. Тут, наверное, большая ванна была, да? Тут? Да. Тут ванна стояла. Там душевая, тут, наверное, была. А тут здесь ванна. Ванна была, большой вон туалет еще. Ну, ясно. Если бы это там бы где-то на ровной местности, то все не заняло, то что там опадяна целая, хорошая комната была. Они тут, видать, что-то шаманили, вон там лежит. Ничего не шаманили. Они инструмент. Все, что все, ну, инструмент, тут стены все разбивали. Ты видишь, тут делали демолейшн, и все разбивали, и увозили отсюда, вывезли весь хлам, мусор. Mm-hmm. Вымени даже. Типа, готово под ремонт. Ну, блин, вот тут готово. Крыша текла, да? Да, тут текла крыша. И... вот эта стена, она сгнила вся. Mm. Начинает вверх, донизу, все вот это вот. Ну это все из-за того. Фундамент надо перезаливать будет? Фундамент должен быть единым целым, без всяких трещин и сломов и всего остального. Если он ломается, значит какой-то угол дома будет проваливаться. Если угол дома проваливается, значит стена трескается. А это уже, ну, сама понимаешь, какой-то наш. Ну да. Фундамент заливается единым целым. Стены ты можешь сложить там. Сегодня там чуть-чуть положил, завтра чуть-чуть кирпича, послезавтра. А фундамент заливается одним днем и сразу, и чтобы он был единым куском. А если он вот так потрескался, там ничего хорошего не ждите. Да? Это при всем при том, что вот эта конструкция деревянная, вот эта кухня, она хорошо, она очень легкая. Если бы это был кирпич, то он бы уже разваливался. И та сторона, даже где с той стороны, где вот этот эркер, где фундамент целый. А стена вываливается, она, там вся стена в трещинах. Это из-за того, что он перекашиваться уже стал, да? Это все из-за того, что заливает его вода. Значит, начала заливать вода, подмывает фундамент постоянно, он начинает проседать в пустое место, он же тяжелый, проседает в пустое место, трескается, и за ним стена трескается, а это уже ничего хорошего не ждет. Все можно восстановить, но это очень больших денег, очень больших.